Всем привет! ZBrush 2021. Давайте попробуем сделать розы и волосы именно для трупа невесты. Так, вот эту я все-таки штукенцию отключу. Не знаю, почему она мне что-то не нравится. Она мне, короче. Так, ну погнали. Откроем. Ну давайте сферу. Вытянем ее. Нажмем Edit, нажмем Make Polymesh и преобразуем ее в лист. Так, здесь выберем кисточку Move Topology. Вот так все это делаем. Здесь немножко ее уменьшим, чтобы лучше тянулось. Кисточку теперь поменьше. Вот так вот. И как-то вот в таком духе. Так, листья будут сухие, как бы вот сильно вдаваться не буду, как они должны идти. Ну, вот где-то приблизительно, наверное, вот так, да? Здесь как бы они чуть-чуть потоньше. Так, Alt, левая кнопка мыши, я чуть-чуть приближу. Шрифтом все это можно вот так подгадать и немножко, ну, как бы вот в таком духе что-то, и шифтом выгладить. Ну, в принципе, пойдет. Теперь сделаем немножко потоньше. Это деформация, найдем инфлат, чуть-чуть потоньше, вот таким вот образом, и опять же шифтом немножко это все выгладим. Ну, а теперь нужно включить флур. Так, Alt, левая кнопка мыши. Как он тут расположен. Теперь транспозом делаем вот так. Ctrl. Разворачиваем. Левая кнопка мыши. Вот побольше, как бы вот сюда ставим. Потом листья еще подкорректируем. Так, делаем Ctrl-W. Ну и теперь Ctrl. Еще немножко вытянем. Немножко можно эти уже сплюснуть, подтянуть как-то. Ну, без разницы. Ну, чтобы было симпатично. И через Ctrl опять вытягиваем. Опять подгадываем. Так, смотрим, что вообще тут получается. Да неплохо так и получается. Чуть-чуть этим можно уменьшить. Под низ поставить. Вот так как бы. Немножко еще развернем. И немножко вот так под это. Угу. Так, теперь что? Shift. Правая кнопка мыши, левая. Ctrl. Ctrl вытягиваем, подставляем. Так, теперь перекручиваем, подгоняем вот сюда. Ctrl сюда. Немножко вот в таком духе. Ну, еще немножко Ctrl. Немножко еще повернем. Подгадаем, подставим, подкрутим. Подровняем, подгоним. И немножко припустим. Ну, где-то так. Так, чтобы середина была видна. И немножко перекрутим кверху. Ну, такие будут, наверное, сухие цветы. Так, Ctrl еще вот сюда. Вот так ее подставим ровно. Немножко сплюснем побольше. Подведем к центру. И Ctrl. Так. Еще раз выведем. Еще раз перекрутим. И еще немножко раз подставим. Так. Как-то вот в таком духе. Снимаем выделение.
И теперь можно кисточкой это все дело. Вот это Move Topology. Немножко как бы это все дело подраскидать здесь. Поприятней. Вот так вот. Этот лист кверху как бы поднять. Этот как бы потянуть вниз. Ну, словом, работаем с полигруппами. Получается вот такой вот цветок. Так, этот тоже лист немножко поменьше. Так, как бы вот так. Смотрим снизу. Подгадываем, подтягиваем. Ну, в принципе, цветок хороший. Сделаем его немного потом джмаханным. Это делаем теперь одну полигруппу. Вот разные полигруппы здесь. Делаем Ctrl-W. И делаем Dynamesh. Так, Ctrl-Z маловато. Чуть-чуть прибавим, делаем Dynamesh. Ну, в принципе, для цветов пойдет, где-то еще пролепить можно. Подгадать, поднаправить. Вот такой простой цветок будет. Так. Теперь нужно его сделать кисточкой. Делаем Create Insert Mesh. Новое. Вот так. Так, сохраняем теперь кисточку вот эту. Экспорт на рабочий стол или еще куда-нибудь. Сохраняем цветок вот этот. И теперь попробуем сделать. Так, ну, в принципе, можно уже к невесте переходить. Файл open. Да, нет. И находим труп невесты. Так. Попробуем цветок теперь нанести. Вот сюда вот X симметрию отключаем. Выбираем N. Выбираем именно вот эту вот часть. Вот у нас рисуется один цветок. Это Ctrl-Z. Переключаемся так в строк. Находим курва. Curve Mode и ставим. Так оно все рисует. Ctrl-Z. Строк. Ну, в принципе, пойдет так. Shift, правая кнопка мыши, отключаем все. Находим вот эту вот точку. Можем переносить, а можем вот так еще дальше дорисовать. Так, теперь немножко вынесем вперед. Так, где-то, да? И немножко подправим. Так, эту вот часть к низу.
Так, ломать начинает. Это не good. Вот так вот. Так. И рисуем их дальше. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот так уже нормально. Отключим эту кисточку. И так, теперь нужно удалить. По мышу щелкнуть. Так, строк. Удалить вот эту курву. Теперь сделать Geometry Modify Topology Mirror and Well. О, уже симпатюшная. И можно снять вот так вот выделение. Теперь вставим кисточку Move Topology. И здесь уже по примитиву их вот эти цветы подкорректируем. Во. Вот так уже прикольно. Ну и опять же Mirror and Well. О, вот теперь нормально. Так, есть такое дело. Shift, правая кнопка мыши. И тут теперь нарисуем такие же цветы. Так, выбираем опять кисточку вот эту. Так, Ctrl-Z. Находим строк. Опять же включаем. Так, Curve Mode включен. И здесь включим тоже. Ctrl-Z. Так, цветы слишком большие. Давайте уменьшим draw size и на курву нажмем. Это слишком маленькие будут. Это тоже слишком большие. Так, вот так уже будет нормально. Ну и немножко вперед. Вот так как-то. Здесь как-то вот так. Все. Пойдет строк. Удаляем курву. Вот можно здесь delete. Или на мышь просто нажать, она удалится.
Так, делаем теперь, опять же, merge down, чтобы не заморачиваться. А, mirror and well. Во, прикольно. Цветочки. И цветы теперь можно в topology немножко подкорректировать, поближе посадить, чтобы при анимации они вот эти не мешали. Так, будем делать вот эту сторону. Так, а вот этот цветочек нужно повыше. Вот так. Так, смотрим, что тут с полигруппами. Все нормально, все зашибись. Убираем и подгадываем цвет. Цвет будет, ну, тоже печальный, C. И ставим кисточку стандарт, RGB, Z. И все это делаем. Печальных тонах, так, чтобы выделялись, надо же, конечно, да? Ну, давайте что-нибудь вот такое паразитическое. Вот так вот, во. Так, есть такое дело. Опять кисть стандарт. И вот эти цветочки. Так, теперь Ctrl-Shift щелчок. И вот эти вот цветы. Вот на платье надо поднять. Вот так вот. Ну, уже прикольно. Ну, а теперь давайте разберемся с волосами. Такие волосы нам не подойдут, поэтому нужно... Давайте выберем кисточку. Так, вот эту Curve Surface. Нет, не она. Curve Tab. И теперь N выбираем волосы. И будем что-нибудь тут этакое химичить. Так, теперь нам это пока не понадобится. Так, Shift. Вот таким вот образом. Кисточку поменьше и делаем вот эту. Так, от меня левая сторона. Вот так вот. Вот делаем такую как бы соплю. Так. Вот так вот. Теперь кисточку поменьше, снимаем курву и рисуем дальше. Опять же на mesh нажимаем. Как бы вот так. Один локон поменьше, один побольше. Так, это вот сюда подставляем. Как бы вот сюда. Здесь как бы изгибаем его.
Так, что тут еще? Снимаем курву, убираем. Еще раз вот так вот делаем. Так, да? Рисуем теперь верхние. Вот эти два локона. Так, ну что-то в таком духе. Так, теперь надо заднее сделать. Вот здесь вот так. Здесь уже попроще будет. Так. Что-то в таком духе. Так, ну а теперь поиграем со всеми вот этими штукенцами. Так, Ctrl-I, Move Topology, побольше вот эту вот кисточку. Ctrl-I. Так, что тут еще вышло?
Вот эту часть нужно обрезать. Это Ctrl-Shift. Так. Trim Rect. Вот где-то так. Что за фигня? Так, что-то в таком духе. И делаем теперь Del Hidden. Geometry Del Hidden. Так. Кончики немножко вот так вот смягчим, подгладим. И что можно сделать? Все это, короче, посмотреть и объединить. Так, Shift, правая кнопка мыши. Ну вот, уже что-то. Так, вот эти вот сюда. Эту прибрать, эту подогнать. Ну, что-то в таком духе. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу. И сделаем теперь Dynamesh. Вот такая штукенция получилась. Теперь сделаем дубликат вот этого всего. Делаем дубликат. Оставляем его. И первый вот этот. И теперь все это дело второй. Х-симметрию отключаем. Перекручиваем. Немножко вот так вот подгадываем. Так, подставляем, подгоняем. Вот так вот будет нормально. Теперь у первого отрезаем вот эту часть. Так, Ctrl-Z. Вот эту часть отрезаем. Move Topology. Подгоняем все вот это вот к этой части теперь. Вот так, где-то можно и выше поднять. Тут уже волос можно попышнее, поменьше ставить. Где-то направить, ну, допустим, в эту сторону. Где-то отсюда убрать. Здесь все-таки плечо. Вот каким-то вот таким вот образом. Так, здесь вот попышнее сделать. Так. Там уже долепим, добавим, подкорректируем. Так, вот здесь вот так вот. Теперь делаем
Значит, merge down, объединяем все это дело и делаем geometry modify topology mirror and world. Ничего так, волос нормальный. Чуть-чуть, конечно, можно его подкорректировать. Так, это вот так. Смотрим, что получилось. Ну, можно еще немножко порисовать. Так. А чтобы не мудиться, давайте еще сделаем дубликат. И теперь вот этот дубликат просто перекрутим вот таким вот образом. Вот так вот подставим. Вот таким макаром. Так, эту часть. Угу. Вот ты как, да? Ну, попробуем тогда обрезать. То, что не обрезается, Ctrl-W и удалим через Del Hidden. Ну, а этот волос теперь положим как нам надо. Вот так вот. Где-то, если надо его развернуть, развернем. Так, побольше Draw Size. Даже вот этот волос топорщенный, прям прикольно так выглядит. Может, его не надо и убирать-то? Так. Ну, немножко его перекрутим. Так, немножко его подгадаем. Теперь вот эту часть. Приглушим, а эту приподнимем. Во. Так, ну и чтобы не была она плешивая, чуть-чуть волос можно приподнять вот так. Во. Вот эту часть теперь доделать. И волос должен выглядеть как будто правда у трупака. Так, вот так. Делаем теперь опять же merge down. Окей. Так, смотрим, что тут получается. Ну и кисточкой не без этого надо дорисовать на вот эти вот центральные. Так. Поменьше Draw Size. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z.
Так, жмем на мышь. Еще раз вот так. Вот так и пусть будет. Снимаем маску, делаем Ctrl-W. Смотрим, как это у нее на голове будет выглядеть. О, дышик. Нормально. И делаем всему этому Dynamesh. Ctrl, левая кнопка мыши. Так, ну а теперь Move Topology, Draw Size побольше, и вот здесь где фата, немножко корректировки. Вот так вот как-то. Так, я сначала сохраню, наверное, все это дело. Так, файл. Save as. Так, и немножко на локон вот эти передние, как бы вот сюда, что ли. Так. Я не понял, где. О, вот теперь она. Так. Локоны с плеча уберем. Вот сюда чуть-чуть. И немножко вот как бы вдаль. Теперь ставим кисть стандарт, выбираем вот этот цвет, который на локонах, C, и красим волосы в этот цвет. Так, вот такая невеста получилась. Ничего так прикольно. Нужен ей венок тоже с цветами вот этими. Давайте продублируем вот эту вот модель. Дубликат. Shift. Левая кнопка мыши. Все это дело отключим. Вот так вот подгоним. Делаем теперь Ctrl. Маскируем черепушку ей вот так. Делаем Ctrl-W. Следом заходим в строк, находим, так, Lazy Mouse включить надо, вот эту, потом Curve, Curve Mod включить надо, и надо включить Curve Function Mesh. Появляются вот эти курвы. Теперь берем вот эту кисточку с цветами
и нажимаем на нее. Так. Сделаем теперь вот с этой кистью почему-то не работает. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. А если возьмем, допустим, вот эту кисточку нажимаем, то все становится нормально. Так. Может, они уменьшились как-то? Так. Никакого результата. Хотя вот где-то что-то цветок один появился. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, значит, сделаем иначе. Вернемся назад. И просто нарисуем наши цветы. Раз эта кисточка пока не рабочая. Так. А, так я ее не включил. Пардоньте. Отключим пока кисточку. И включим опять Ctrl-W. Настроим строк. Здесь все включено. Frame Mesh. Выберем кисточку. И вот теперь нажмем. Ох, я его маму. Так, уменьшим цветочки. Угу. И вот цветы бы надо вот эту вот кисточку перевернуть. Сейчас сделать нужно новую кисточку. Зайти, открыть вот сферу какую-нибудь. Вытянуть. Так, ага. Хорошо. Make Poly Mesh, и вот эту кисточку вот так она ложится, да? Ctrl-Z, отключим теперь строк. Вытянем одну вот эту, один цветок. И он западал как бы в бок, да? Ну, значит, теперь еще вот так вот перевернем. Вот таким вот образом. Сделаем теперь сплит. Group сплит. Окей. Сферу долой. Так, delete. Окей. А этот цветок делаем новую кисточку. Clear insert mesh. Делаем новое. Заходим на нашу мертвую невесту и пробуем. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z, настраиваем эту теперь кисточку, Lazy Mouse, Curve Mode, эту пока не надо, так, во, вот это я уже понимаю, так, и вот как бы их побольше сделаем. Нажмем на Mesh, снимем выделение. Теперь Ctrl-Shift только на цветы. Выделяем, маскируем вот эти верхние цветы, делаем Ctrl-W. Нажимаем на них. Вот так. И остальное все Del Hidden. Делаем Modify Topology Del Hidden. Включаем видимость всех сабтулов. И теперь немножко это все по чайнику как-то разведем. Ну а что, прикольно. Можно их, конечно, еще поменьше сделать. Или вот так вот чуть-чуть приплюснуть. Вот как бы вот так вот. Во. Ага, не слишком далеко. Это дело тоже поправимо.
Так, это все вот так. Смотрим, чтобы это в голове именно притаращилось. Ну и теперь Move Topology. Чуть-чуть цветочки можно как бы повытягивать. Так, этот цветок как бы сюда, этот как бы вот сюда, этот поближе, этот тоже, этот вот сюда. Фату немножко сейчас тоже подкорректируем. И делаем геометрию Mirror and Well. Во. Что-то в этом духе. Ну вот теперь невеста с цветами и невеста вот так вот выглядит. Конечно, фату ей можно еще сделать по-другому. Ну, это уже... Так, у нее еще вот здесь вот дырка в щеке должна быть. Смотрим, где что, на какой модели мы. Так, включаем теперь кисть стандарт. Вот таким вот образом. Так, симметрия отключена. Жмем Alt. Так, Ctrl-Z. Что у меня тут включено? Ctrl-Z. Ctrl-Z. Все. Теперь включаем Z. И Alt. Левая кнопка мыши. Так, эта дырка многоватая. Ctrl-Z. Нужно ее сделать чуть-чуть поменьше и посимпатичней. Alt. О, отсюда червяк может вылазить из глаза. Так. Ну, в принципе, что? Ничего так. Итак, вот такая получилась мертвая труп невесты. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике попробую все это дело развернуть и сделать анимацию в Миксама, наверное. А потом попробовать уже в Blender сделать вот это платье, чтобы на ней висело при анимации, и фату. Все, всем пока, до свидания.